это галерея Брера. Ну, ваша покорная слуга, к своему стыду должна вам заметить, в первый раз, когда оказалась галерея Брера, я не знала, что это Академия художеств Италии. Я думала, что это только музей. Я в наглую зашла на первом этаже в первый зал, который показался мне интересным. И студенты с интересом посмотрели на меня. То есть все сидят за своими мольбертами, все рисуют, посредине сидит обнаженная натурщица, тоже на меня так посмотрела в плыт. Вот. А потом я поняла, что весь первый этаж — это Академия художеств, и мы поднялись на второй этаж, и там уже начинается, собственно, галерея. Смотрим. Это Андреа Мантегна. Иисус Христос. В таком ракурсе, в таком положении и в таком трагизме вы никогда Христа не увидите. Это вообще какое-то уникальное произведение. Дальше. Это обручение Иосифа и Марии, работа Рафаэля. Она, конечно, в слайде очень сильно проигрывает, вам ничего не понятно и не видно. А в живой картине такой лиризм, такая нежность и такое какое-то поэтическое начало, как присуще только Рафаэлю. И там есть такой момент, значит, согласно древним текстом апокрифа, Мария должна была из-за огромного количества женихов, вот все, кто, правильно показываешь, с правой стороны, это команда женихов, которые пришли свататься к Марии. И ей было предсказано, что она выйдет замуж за того, чье дерево расцветет. Они все пришли к ней, дело было весной, и они к ней все пришли с такими палочками, веточками. Здесь абсолютно не видно, в другой картине видно, как на веточке Иосифа несколько цветочков миндалевых, таких бело-розовых. А все остальные просто зеленые палочки, но без цветов. И тебя так пронзает, потому что ты знаешь, что вот она сейчас выберет его, потому что ей предсказали, она на него смотрит. Невероятная картина. Дальше. Хаес, поцелуй. Одна из таких интимно прекрасных картин, которая хороша и сюжетом, и материальностью этой, даже на слайде видно ее атласное платье. Согласны со мной, да? В живой картине вообще потрясающе. Дальше. Это уже галерея Амбразиана. Это другой музей, недалеко от Брера находится. Это картина Леонардо да Винчи, которая называется «Музыкант». Это подлинник. Один из немногих подлинников Леонардо, который, так сказать, безусловный подлинник. И мне повезло, в один из моих приездов в Милан я попала на выставку Леонардо и Леонардески. И кроме вот этого красавца-музыканта, который в кисти Леонардо, миланцы собрали в Амбразиане на эту выставку из всех соборов, из всех церквей, из всех храмов тех леонардесков, которые, ну, как бы шли нога в ногу со своим учителем. И многие картины просто видно, что по ним прошелся Леонардо. То есть видно, что он не считал для себя зазорным по работе ученика чуть-чуть уточнить, улучшить, объяснить как. И ты смотришь на этих леонардесков и думаешь, боже мой, как хорошо. Смотрим. Это Амбразиана. Дальше. Значит, отвлекусь на Караваджо. В Амбразиане есть, кроме леонардесского Леонардо, несколько произведений, от которых нельзя оторваться. Это натюрморт Караваджо. И если вы понимаете, кто такой Караваджо,
то просто натюрморт, без кровопролития, без отрезания головы, без нанесения тяжких телесных повреждений, это удивительно. Ты останавливаешься перед этим произведением, тем более, что у Караваджо практически все картины темный фон, темно-коричневый, и на фоне вот этого темно-коричневого какие-то происходят события. Тут фон белый, и в плетеной такой корзиночке чуть-чуть уже порченное яблочко, чуть-чуть уже отклевали по несколько ягодок виноград, листики немножечко уже подсохли. То есть натюрморт, который простоял какое-то количество дней. Я вам задаю вопрос. Вот представьте себе, что вы на моем месте. Вы знаете, что Караваджо – это «мама, не горюй». То есть все, где льется кровь, где медуза Горгона, которая даже сегодня пугает неискушенного посетителя. И вдруг такой прелестный на светлом фоне натюрморт. Какие у вас возникают мысли? Мысли возникают или нет? У меня почему-то такое, я не знаю, учитывая, что я про Караваджо там узнала, мне кажется, что он показывает, что даже природа увядает, умирает, а вот я нет. Ну, что-то у меня вот такая мысль. А я вот над природой даже, не знаю. До какой же степени вы не понимаете, с кем вы имеете дело? Сейчас объясню, все станет понятно. Дальше. Еще. Все, что он хотел, он сделал. Можете не сомневаться. А есть еще мысли какие-то? Мысли, чувства? Громче. В этом зале, значит, очень интересно размещение. Значит, гипсокартоновая такая овальная стена, на которой на ней на всей висит только натюрморт Караваджо. А рядом, вот буквально 5 шагов от этого натюрморта, афинская школа Рафаэля. То есть тоже покажи. Да. Это картон Рафаэля, который он подготовил для того, чтобы сделать Афинскую школу Ватикана. В Ватикане станции, расписаны Рафаэлем. Время. И вот я как осел Буриданов, который между двумя стогами стены умирает от голода. То есть Караваджо... Ох, как интересно, ничего подобного у него никогда не видела. Хочу посмотреть, понять. И Рафаэль, который вообще, так сказать, гений из гения. Тем не менее, Караваджо, конечно, перевесил. Потому что отгадать загадку Караваджо – это дорогого стоит. Я стояла и смотрела на эти фрукты, попорченные временем, может быть, тем, что к ним уже прикоснулись, и понимала, что в большой степени это автопортрет Караваджо. Я вам дала золотой ключик к пониманию этой работы. Уже попорчено и временем, и обстоятельствами, и людьми. Уже не первой свежести, не по внешнему виду, не по внутреннему своему состоянию, все эти фрукты, все эти засохшие листья, все эти подпорченные персики. Казалось, что даже аромат уже не такой, как от свежих, только что сорванных плодов, которые так замечательно описывают голландские художники 17 века. Можно ли в натюрморте сделать свой автопортрет? Вопрос к вам. Конечно. Великие художники, гении, чтобы они не писали, они пишут про себя.
ощущение себя. Когда я приехала в Киев, то есть пока не докопаюсь до сути, я не успокаивалась, я стала смотреть на тему этого натюрморта все, что есть, все, что нарыто мировым искусствознанием. И выяснилось, что под этим белым фоном был написан, была этой работы проводилась рентгенограмма. Был написан «Спящий ребенок». То есть Караваджо писал ребенка спящего внутри каких-то кустов, каких-то розовых плетистых растений и так далее. Он написал этого ребенка, какое-то время пробыла эта работа вот в том качестве, о котором я вам говорю. Потом он замазал, сделал белый фон и написал на белом фоне свой автопортрет в виде натюрморта. Вы понимаете, о чем идет речь? Да? То есть его состояние заставляло его себя изображать вот таким образом.